тебя зовут? Максим. Максим. Ты приехал откуда? Из Республики Молдова. Спасибо, пожалуйста. Иди сюда, ты первый раз в Одессе. Да, в Одессе первый раз. Спонтанно приехал на соревнования. Как давно ты готовился к соревнованию? Участвуем уже года 4 или 5 у нас там в разных соревнованиях от любительских до профессиональных. Вот решили заграничить сегодня. Так много человек в команде? Мы изначально поехали 4 человека в одной команде, но потом решили разделиться и едем по 2 человека в команду. Что для вас является этим? Это мужской вид спорта очень интересный, который очень сильно дисциплинирует и просто любит его.